Привет, друзья! Я внимательно прочитал ваши комментарии под прошлым видео, где вы согласились, что тема кронштейнов для мониторов очень интересна. Поэтому почти сразу пошел выбирать модели, самые интересные, чтобы посмотреть на них самому и рассказать вам, что и как. Из того, что мне удалось достать, 4 модели кронштейнов, которые отличаются функциональностью и стоимостью, чтобы наглядно показать, за что хотят, например, 1500 гривен, а с чем придется мириться за 800. Небольшое вступление для тех, кто не понимает, что это и зачем это нужно вообще. Когда мы выбираем монитор, то смотрим не только на матрицу, цветопередачу и диагональ, еще и приглядываемся к ножке, насколько она крепкая, большая, можно ли будет опустить или поднять монитор повыше. И бывает так, что сам монитор хороший, а вот подставка не устраивает. И кронштейн как раз и нужен, чтобы решить эту проблему. Кронштейны можно поделить на 2 типа – настенные и настольные. Первую категорию я отбросил по нескольким причинам. Во-первых, для них надо долбить стену, дюбели, вот это все. Во-вторых, захочется вам перенести рабочее место в другой угол комнаты и что? Заново сверлить? Поэтому наш вариант – это настольные модели. Для начала возьмем вот этот вот кронштейн, который стоит у нас в магазине 1700 гривен. Называется он Protec FB100A и предназначен для одного монитора. Почему я об этом упоминаю? Потому что есть модели с двумя креплениями, на которые можно прицепить сразу 2 монитора. Такой у нас тоже будет, но чуть позже. Когда распаковываете коробку с кронштейном, не выбрасывайте инструкцию. Большинство моделей продаются в разобранном виде с кучей винтиков и запчастей, собрать которые без пошаговой инструкции можно, но с болью и страданиями. Здесь лежит струбцина для стола, две части ноги кронштейна и дополнительное крепление через стол. На случай, если вы не доверяете струбцинному креплению или монитор нужно прикрепить по центру стола, например, есть вот такой дополнительный набор, с которым можно закрепить кронштейн с помощью сквозного отверстия в столе. Нам такая штука не понадобится, как и все, что с ней связано. Обратим внимание и на то, из каких материалов все сделано и насколько удобно. Конструкция полностью металлическая, черный глянец. На струбцине для удобства есть пластиковая крутилка. На основании, кстати, есть и USB-порты. В описании указано, что эта модель оснащена USB-хабом, но это не совсем хаб, если быть честным, потому что тут 2 входа и 2 выхода. В комплекте 2 провода USB 3.0. При желании можно все это соединить портами с компьютера, чтобы получить удобную пару USB на столе. Но вы потратите 2 и получите 2, так что это не хаб, а просто удлинитель. Еще одна важная вещь, на которую стоит обращать внимание, сама струбцина, вернее ее габариты, которые надо примерить хотя бы мысленно к столу, на который вы собираетесь ставить кронштейн. Стол может быть с вертикальной продольной доской, которая помешает задвинуть струбцину максимально глубоко. Закрутить можно, но надежность уже не будет максимальной. Нижняя часть ноги не имеет регулировки по высоте. Она вставляется в цилиндрический паз и просто вращается вокруг оси на 360 градусов. Вращение можно зафиксировать с помощью внутреннего стопорного винта. Точно так же вставляется и верхняя часть, и точно так же фиксируется с помощью винтика. Если не хотите крутить монитор туда-сюда, то можно закрутить оба винта и все. Вторая верхняя часть уже имеет встроенный газлифт для регулировки высоты. Сама регулировка делается с помощью еще одного шестигранника сверху. Но не торопитесь это делать заранее, сначала надо собрать всю конструкцию и навесить монитор, чтобы регулировать уже с нагрузкой. И вот на конце всей этой конструкции мы видим площадку для монитора с отверстиями стандарта VESA. Хотя VESA это консорциум, а сам стандарт называется Flat Display Mounting Interface, интерфейс крепления плоских экранов или FDMI. И такие крепления есть у большинства современных мониторов и телевизоров. Могут они отсутствовать разве что по причине моделей с каким-то специфическим дизайном, где такие крепления просто не предусмотрены. Собственно, стандартное крепление подразумевает 4 отверстия. Они обычно спрятаны за настольными комплектными креплениями, которые нужно снять. Или закрыты заглушками. Наиболее популярными являются 2 подвида VESA креплений. В одном расстояние между отверстиями составляет 100 мм, в другом 75. Чтобы избежать несовместимости, которые бы 100% возникли, производители кронштейнов делают сразу 2 набора отверстий. Когда все собрано и привинчено, выглядит конструкция таким образом и дает максимальную свободу. Можно двигать, вращать монитор как угодно, поворачивать в портретный режим. При этом на столе нет никаких тренок и прочих громоздких подставок. Чтобы провода от монитора не мешались, когда вы будете крутить всю эту конструкцию, в кронштейне предусмотрен свой кейбл менеджмент. Для этого надо открутить 2 пластиковые заглушки, на каждой части ноги есть своя такая заглушка, и под нее провести провода от монитора. Сзади
Провода проходят поверх крепления, и на него у нас тоже садится вот такая пластиковая заглушка, чтобы это все скрыть. Белые винты и провода. Что я заметил из не очень приятного? Минимальная высота кронштейна не позволяет опустить монитор практически до поверхности стола. Остается вот такой вот просвет. Это касается как 24-дюймовых моделей, так и 27-дюймовых. Кстати, один из важных параметров – выдерживаемая кронштейном масса монитора и диагональ. Эта модель работает с мониторами вплоть до 35 дюймов и выдерживает до 12 кг, чего достаточно, я думаю, для любого из мониторов, которые сейчас продаются. Учитывая, что их массу указывают с подставкой, а она нам как раз и не нужна, то как бы запас остается достаточно большой. Теперь суммируем все и оцениваем. Надежная штука, ничего не дергается, не люфтит, удобная конструкция, сборка, кейбл менеджмент, выведенный USB 3.0. За все это хотят 1700 гривен или 63 доллара. Много это или мало, мы поймем, когда сравним вот эту модель с другими. Что есть у них за меньшую или большую сумму. И теперь перейдем к самой бюджетной модели из моего списка, которая стоит всего 30 долларов. Wallfix DM300B. Вот в такой маленькой коробочке, но довольно увесистый. Почему так дешево? А потому что это второй тип кронштейнов, в которых нет газлифта, а регулировка по высоте делается просто за счет смещения горизонтальной штанги вдоль вертикальной. И тут достаточно взглянуть на струбцинное крепление, чтобы понять, чем отличаются модели за 60 и за 30 долларов. И дело не только в эстетике исполнения, а еще и в удобстве. У винта струбцины нет удобной крутилки, здесь просто изогнутый кусок железа. И если, допустим, столешница у вас выступает совсем чуть, то вот эта вот байда может мешать закручивать струбцину. Сварная конструкция простая, как двери. Собственно, это может означать надежность. Но зачем было к черному металлу брать светлые винты? Непонятно. Для красивого домашнего офиса эта модель явно будет не очень. Хотя кейбл менеджмент, какое-то его подобие, предусмотрено и тут. Винтами прикручены пластиковые крепления для проводов. Второй момент касается соединения вот этих частей. С помощью таких вот пластиковых прокладок вы создаете внутри цилиндрическое отверстие, диаметр которого потом регулируете винтом. Зачем, кстати, вот эта крутилка тут? Решительно мне непонятно. Если знаете ответ или есть предположение, пишите в комментариях. Так вот, основное отличие такого типа кронштейнов – отсутствие гибкости конструкции. Если в предыдущем случае вы можете в любой момент схватить монитор, придвинуть его, отодвинуть, поднять выше, ниже, ближе, дальше, как угодно, при этом ничего крутить отверткой или ключом не придется, то тут все наоборот. Подразумевается, что вы соберете эту штуку, закрутите максимально все винтики и будете пользоваться в таком виде. Хотите выше монитор? Доставайте шестигранник и вперед. Хотите наклонить? Достаете шестигранник и дальше по схеме. Третий вариант, который я хотел показать, более дорогой, но такой же по конструкции кронштейн, предназначенный уже для двух мониторов. iTech Mount MBS12F. Сделан из такого же материала, но мне больше нравится и крепление горизонтальной штанги, и, собственно, струбцина, которая сделана массивней. У нее есть просто гигантская крутилка, и все винты окрашены в черный цвет и не выбиваются. Для альтернативного крепления есть второй вариант сквозной струбцины, а на вертикальную штангу можно прицепить и пластиковые направляющие для проводов. С регулировкой высоты тут та же проблема. Один винт закрепляет горизонтальную штангу, и его надо ослабить, чтобы изменить высоту. Представьте, что делаете это, когда на этой штанге висит два 27-дюймовых монитора. Больше диагональ, кстати, не поддерживается, а вот масса обещана с запасом по 8 кг на каждый монитор, то есть суммарно 16 кг. Такая штука хорошо подойдет для тех, кто хочет поставить два одинаковых монитора вплотную, так чтобы они составляли одно целое. Такой сетап будет хорош, например, для авиа или гоночных симуляторов. Если сравнивать с самым доступным вариантом, то этот выгоднее смотрится за счет колен посередине. Причем они с двойными шарнирами, которые можно особо и не затягивать, чтобы иметь определенную свободу. Главное, что меня смутило, это крепление вертикальной штанги к основанию. Трубу крепит лишь один винт. Один. Там есть стопорный металлический пиптик, который должен предотвращать вращение всей этой конструкции, но на деле все выглядит вот так. Последний, четвертый вариант кронштейна. Я решил взять самый дорогой из тех, что есть в наличии. Им оказался Loctec Pneumatic Dual MLD 2D. Loctec — это бренд Xiaomi, если что, а стоит такой наборчик около 111 долларов или 3000 гривен. И цену можно понять, эта штука весит 4 килограмма. К ней крепятся два монитора, и это не просто палка-палка-огуречек. Тут две ноги с газлифтами у каждой. Суммарно конструкция должна выдерживать до 18 килограмм. Давайте ее собирать.
Это, конечно, не rocket science, но видно, что сделано с умом. Возьмем, например, крепление к столу. Во-первых, массивность внушает доверие. Во-вторых, есть еще одна интересная мелочь. Допустим, у нас очень толстая столешница. В большинстве кронштейнов придется отвинчивать вот эту часть и привинчивать заново с помощью отверстий ниже. Здесь все. Винтики, шпунтики, шестигранники, все рассортировано по отдельным отсекам с буквами. И в инструкции указано, на каком шаге винт из какой секции брать. Такую же систему, кстати, я видел в креслах DX Racer. А собирать тут, собственно, и нечего. Да, прикрутить тремя винтами основание к ноге, и все. Вся конструкция лежит в коробке, уже практически собранной. Держится монолитно, выглядит симпатично. Для любителей порядка предусмотрен кейбл менеджмент с помощью пластиковых креплений, которые встроены в ножки. Верхние элементы снимаются. Нижние привинчены, и у них есть специальные крепления для того, чтобы за них проводить провода. Плюс само основание имеет сзади пластиковую крышку. Газлифт позволяет опускать монитор даже ниже уровня стола. Это приятно. Регулировка каждого из них скрыта за еще одними заглушками. На основание струбцины тоже надевается пластмассовая крышка, чтобы скрыть светлый металл и культурно проложить те же провода. Единственный нюанс, связанный с особенностью двухмониторной ноги, это диагональ. Рядом друг с другом, горизонтально, можно установить максимум 30-дюймовые мониторы. Больше просто не поместится в промежуток между двумя весокреплениями. Такой вариант может показаться дорогим, но если вы посчитаете, то поймете, что два одинарных кронштейна с газлифтами обойдутся примерно в ту же сумму. Другое дело, что два одинарных дают большую свободу. Можно разнести их дальше друг от друга и повесить мониторы большей диагонали. Они не будут зависеть от одной общей базы. Ну и всегда можно взять сначала один, а потом второй, если второго монитора пока нет или же не хочется сразу потерять большую сумму. Если вы досмотрели видео до этого момента, то явно вам было интересно, а значит, вы уже поставили лайк. Если нет, то самое время это сделать. Ну и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие интересные видосы. И пишите обязательно в комментариях, какие еще темы мы пропустили и можем восполнить пробел. До встречи!